Друзья мои, мы все стремимся что-то понять. Понять, как играть, как устроена флейта, как устроена музыка, как сделать флейту и так далее. То есть все хотят как бы вот что-то понять. Но случается... Иногда такое случается, что случается понимание, какое-то такое понимание, что после того, как это понимание случается, хочется, ну, как бы уйти от этого понимания. Становится более, ну, каким-то привлекательным или каким-то более очевидным непонимание. Такой парадокс возникает. Опять-таки, понять это можно только, если пришло какое-то понимание. Если не пришло, то хочется понять постоянно. Понять. Во флейтовых мирах это тоже имеет такое место быть. Но это не часто происходит, так как происходят, ну, такие как бы обусловленности, и есть как бы люди, которые в своем направлении достигают каких-то высот, каких-то великих вещей, но потом не могут от этого никуда отойти в сторону, потому что всегда есть вот эта определенная какая-то наработанность, отточенность, которая прям вот привлекательна, и в связи с этим сложно куда-то ощутить что-то новое, да, это как вот у художников тоже есть вот такие разные художники, которые, допустим, достигали каких-то вот высот и там признаний и так далее, но потом в какой-то момент сами чувствовали, что уже просто делают повторы, да, и только редкие из них, из этих художников могли как бы отложить в сторону свое вот это вот умение и перейти к тому, к той области, где они как бы ничего не знали. Вот, и для меня в этом направлении очень прекрасно на меня действует и напоминает мне вот об этом всем. Это вот когда флейты вот попадают к тем, кто только начинает их изучать, и происходит такая вот у некоторых опять людей открытость. В связи с этим появляются какие-то новые, ну, вот открытые звучания, да, когда человек еще не знает, когда он не наработал еще каких-то техник, не получил каких-то знаний. И вот на самом деле происходит какое-то чистое такое звучание. Вот, хотя оно может быть по факту и ветреным, и срывающимся, и каким-то нестандартным, необычным, каким угодно. Но в этом как раз и есть вот какая-то, ну вот, настоящесть, да? Вот. И наоборот бывает, когда вот есть совсем такие мастера, у которых все прям вот отточено, но... Это все только для тех, кто не, как бы не в курсе, да, но тот, кто в курсе, он видит, что, ну, что это просто какое-то, безусловно, как бы мастерство, но оно не имеет, для тех, кто видит глубже, туда, дальше, оно как бы, ну, ну да, вот как бы, как некие такие, ну, знаете, сейчас всякие люди есть, там, а вот этот человек, там, не знаю, подтягивается 500 раз, ух. А для тех, кто вот, ну, как бы занимается там, тогда думаю, как бы и чего, и зачем, ну, как бы. Ну, потому что всегда есть человек, который не 500, а 5000 или 50 тысяч раз. И, ну, как бы, вот если только в этом смысл, то как бы смысл появляется. Но, в принципе, смысла никакого нет, да, ну, что, то есть, как бы, зачем. То же самое и вот в флейтовых процессах.
Вот. То есть именно этот всегда обновляющийся момент. И особенно вот в нашей этой теме Секухати Хочику, Хочику, вот Дон Хосяо сюда относится и так далее, дзен-флейты, да, то есть всегда это вот, всегда это новое, всегда это вот, вот это вот предвкушение ожидания, да, то есть вот есть бамбук, он еще без там отверстий, допустим, и когда-то они проявятся, но всегда есть предвкушение, как это может, как это будет звучать, да, то есть так, такого размера, допустим, хочику, ну, по крайней мере, вот, в России нету, да, вот еще таких флейт, чтобы они были вот, звучали, настроены. Интересно, как это будет вот звучать. Никто не знает этого еще на данный момент, никто не знает. Вот. Есть флейты, которые уже там, скажем, воплотились тоже. Ну, когда-то они были в таком же состоянии, да, то есть... И вот сейчас это уже, да, звучит. Но когда-то была не, неизвестность такая. Ну и опять, как звучит. Вот. Всегда это по-новому, да, то есть вот сейчас один момент, следующий момент уже. Это следующий момент, следующее дыхание, следующее ощущение, и всегда это новое, да, то есть само свойство флейт таково, что происходит вот это вот обновление, и одно влияет на другое, да, играя на одной флейте, чувствуя, да, вот эту там яркость, допустим, такую концентрированность. Здесь уже так не получится, так как объем гигантский, но как бы чуть-чуть подражая, допустим, той техники, мы можем найти здесь уже нечто другое. Вот таким вот образом это все и происходит. То есть в этом как бы дзенском направлении нет таких, по сути, моментов, когда можно сказать, что вот человек научился, да, или познал, да, потому что даже если познал, то все равно это, ну, как бы, можно сказать, не является целью, да, потому что тут же познал, и тут же надо, как бы, можно сказать, выбросить это познание, так как все, следующий момент. Вот такая вот история, друзья мои. Сложно сказать об этом словами, но можно сказать звуком. Thank you.